Друзья, всем привет! Вы на канале с Аленой, и сегодня мы с вами говорим на такую тему, как расположить к себе человека. Ну вот, вот прям хочется, вот прям чувствую, что мое, но не получается. Напоминаю, вы на канале с Аленой, вы на канале с клиническим психологом, когда-то психологом, я шучу, а сейчас уже, наверное, просто коучем. Как, собственно говоря, расположить к себе человека? Ну вот когда он где-то там, а вы где-то тут, и вот как бы хочется, чтобы он был рядом с вами. Можно ли его привлекать какими-то действиями, какими-то моментами, влияющими на все ваше состояние? Ну, это будет как бы не особо эффективно. Действительно, расположить человека можно к себе несколькими способами. Во-первых, заинтересовать его своей жизнью. Во-вторых, показать ему, что с вами ему безопасно. Показать ему, что с вами ему здорово. То есть просмотреть у человека то, чем он интересуется, и показать, чем вы можете в его жизнь вкрапляться и давать какой-то такой вот созидательный такой вот интерес. И, собственно говоря, предложить человеку вместе что-то делать. Ведь когда вы вместе что-то делаете, разрабатываете, чем-то делитесь, общаетесь, у вас просто сногсшибательное происходит состояние, которое вас объединяет. И в этом триединстве, ну, может, вам два человека интересно, вы можете делать грандиозные проекты для себя и для него. Как расположить к себе? Не нужно для этого сильно краситься, не нужно для этого, не знаю, накачивать губы, как девушки там делают у меня в консультациях, приходят, говорят, ну вот, чтобы завоевать своего парня, я просто взяла и накачала себе груди. Ну, друзья, ну вот про груди даже мне просто не говорите, мне сразу беспокойно становится. Так вот, чтобы расположить, нужно, во-первых, увидеть, чем он интересуется, этот человек, что ему интересно, что его площадка, да, и показать, чем вы можете ему быть полезным. Ведь вы, когда создаете какую-то совместную энергию, вы должны быть как пазл, да, если пазл совпал, вот как у психолога с клиентом, пазл совпал, то все, терапия идет классно. Если не совпадает, то получается вылетает человек, да, и ему либо психолог не нравится, либо психолог не может взять этого человека. И это очень простая база, но она работает совершенно для многих, особенно для тех, кто хочет, собственно говоря, менять жизненные условия свои очень-очень быстро. Завоевать человека легко, если вы знаете его болезненные точки, больные интересы и сами гармоничный человек. Что это значит? Что у вас есть чего, что ему предложить. Предложить общение, предложить какую-то совместную историю. Это очень-очень важно. Вы на канале с психотерапевтом Аленой. До новых встреч!